Зато известно, что по всей стране уже сейчас любой может дать шанс на спасение другому человеку. В Иркутской области ищут доноров костного мозга. Стать одним из них совсем несложно. Сначала надо сдать кровь на типирование. Это абсолютно бесплатно и необходимо, чтобы определить, кому из нуждающихся вы подойдете для трансплантации. Анализы принимают в Иркутске, Ангарске и Братске. В нашем регионе такие акции проходят с 2016 года. Теоретически донорами могут стать люди, которым от 18 до 45 лет. На практике же есть некоторые ограничения. Например, болезни крови, туберкулез, гепатиты. Полный список противопоказаний есть на сайте Русфонда. После проведения анализов потенциального донора вносят в национальный реестр. Сейчас в нем более 85 тысяч человек. И это лишь первый шаг к спасению, ведь на деле оказывается, что шанс совпадения наброгенов с генами тех, кто нуждается в здоровом костном мозге, крайне мал. Поэтому и нужно как можно больше возможных доноров. Стоит сказать, что сотням онкобольных в России сейчас требуется пересадка костного мозга. Однако далеко не все успевают дождаться трансплантации. На данный момент проведено 232 операции.